Температура значительно ниже. В Украйнерго предупредили о риске дефицита в энергосистеме. Сегодня, 30 ноября, прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже вчерашней. В вечерние часы возможен дефицит в энергосистеме. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Украйнерго. Потребление вчера, 29 ноября, был зафиксирован суточный максимум потребления между 10 часов и 11 часов. При среднесуточной температуре плюс 0,4 он был выше на 3% соответствующего показателя понедельника, 27 ноября. Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура составит минус 4 градуса, что будет побуждать рост потребления. В частности, к энергосистеме будут подключены тысячи потребителей, которые были обесточены из-за непогоды, энергосистема испытывает перегрузки. Диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16 часов до 18 часов. Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18 часов потребляйте электроэнергию экономно, отметили в «Укрэнерго». Какая ситуация со светом? Ремонтные бригады вернули к работе все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в Южном регионе, которые были повреждены из-за непогоды. Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. Также непогода добавила отключений в Сумской области, всего из-за непогоды, по состоянию на утро, обесточен 191 населенный пункт в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской областях, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях Облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, пишет пресс-служба. Новые повреждения, ночью артиллерийскими обстрелами террористы повредили теплоэлектроцентраль в Южном регионе. Зафиксированы разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение не прекратилось, впрочем, возможности для электроснабжения ограничены, российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут, в результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.